Дамоклов меч навис над деревней Фейерборн в Уэльсе. Такими словами описывают местные жители ситуацию, в которой оказались уже 10 лет назад из-за последствий глобального изменения климата. Тогда власти сообщили им, что к 2054 году этот населенный пункт погрузится под воду из-за повышения уровня моря. Администрация области Гуинет разрабатывает план переселения людей, но никто не знает подробностей. Деревня стала бесперспективной, невозможно взять кредит. Поэтому у молодежи нет шанса приобрести дом. Строить сейчас тоже ничего нельзя, потому что нет разрешения. Вдоль всего побережья Великобритании очень много населенных пунктов, которые окажутся в тяжелой ситуации. Даже здание парламента исчезнет. В американском штате Луизиана люди уже вынуждены покидать прибрежные районы. В несколько раз сократилась площадь островка Жан-Чарльз, на котором уже несколько поколений живут потомки коренных американцев. Сегодня местных жителей называют первыми климатическими беженцами в США. Остров с материком соединяет всего одна дорога, и она зачастую заблокирована из-за высоких приливов. «Я планирую проводить как можно больше времени на острове, это все еще мой дом. Но теперь я живу в новом месте. Этот остров в моем сердце навсегда останется для меня настоящим домом». Всего планируется построить 37 домов для сотни человек. По словам губернатора штата Луизиана Джона Белла Эдвардса, это первый проект такого рода в истории США.